Итак, вот это и есть действующий Троицкий храм. Во всяком случае, сюда заходят люди. Хотела спросить, но никто ничего не знает, потому что люди все приезжие здесь. Значит, будем исследовать сами. Снять мне здесь вряд ли удастся, потому что меня уже заставили одеть юбку. Ну, они тут есть, и платки, и юбки. Платок-то у меня свой. Красивый, цыганский, или можно сказать пролетарский, кому как нравится. Давайте сначала подойдем к колоколу и посмотрим. Территория мне очень нравится. Здесь знаете, какие вибрации? Не силы, а какого-то спокойствия. Это тоже очень хорошо. Как только заходишь на этот монастырь, в этот монастырь, накатывает спокойствие. Я буквально 3 минуты походила здесь по территории. Это очень-очень важно, потому что с утра какая-то была взбудораженная слегка. Может, после вчерашней дороги все-таки ехать 8 часов, 7 часов. Это много, я считаю, на автобусе. Друзья, все же снять здесь можно. Это хорошо, так как это частично музей. Теперь, друзья, давайте я вам расскажу, почему именно спокойствие здесь распространяется. Потому что здесь, хоть и не оригинал Тихвинской иконы Божией Матери, но она распространяет свою чудотворную силу на весь монастырь. А ей молятся именно для спокойствия при сердечно-сосудистых заболеваниях, нервной системе, ну и вторичное материнстве, о замужестве дочерей. Но в основном об исцелении болезней, связанных с нервной системой. Икона дает спокойствие. Это спокойствие распространяется даже, скажем так, там, где проводятся экскурсии. Друзья, продолжим около Ипатьевского монастыря прогулку по набережной. Здесь пролегает набережная. Она, скажем, не оборудованная, но со смотровой площадкой. Вот с такой. Кувшинки на воде, мост через реку. И все это около стен Ипатьевского монастыря, из которого только что мы с вами вышли. В кафе очень милая сестра, служительница церкви. А сама еда простая, блинчик с ветчиной и сыром. Я не скажу, что он восхитительно вкусный. У Владимира в блинной гораздо вкуснее, но что тут? Это просто, чтобы покушать и утолить голод.